Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Приятно видеть вас на своем канале. Сейчас я хочу сделать обзор моих любимых чепчиков. Чепчики для маленьких малышей. Вот этот чепчик я связала своей внучке на 6 месяцев. Чепчик очень тепленький, желтенький, как наше солнышко, которое нам сейчас не хватает. Связан он буклей ниточки мягкие. Чепчики у нас вообще у людей это очень старый старый головной убор. Поэтому он считается винтажным стилем. Он удобен раньше чепчики одевали и старенькие и маленькие, украшали их всякими рюшечками. но сейчас это более современная шапочка считается, поэтому она не украшена, а такой стиль серьезный более современный. к этому же чепчику я связала пинеточки. они тепленькие, как валеночки, вяжутся очень легко, вяжутся они платочной вязкой. здесь ее в принципе не видно, но получается как валенки. я их не украшала никакими бусинками этим, потому что ребенок маленький, мало ли что-то зацепит, возьмет в ротик, поэтому очень простенькие, очень красивые и в то же время стильные. Винтажный стиль, он вообще сейчас, ну не то, что сейчас, он всегда был в моде. Поэтому я придерживаюсь такого стиля, вяжу в таком стиле. Мне очень нравится. Если вам понравилось... Смотрите мое видео. Сейчас я вам покажу еще чепчик. Чепчики вообще вяжутся легко. Они удобны для детей. Я не знаю, кто носит чепчики и вяжет своим деткам, мне кажется, детки и родители очень довольны. Сейчас я вам покажу другие чепчики. Так, вот еще один чепчик, он более тоненький, его можно одеть под любую зимнюю, осеннюю, весеннюю шапочку. Тоже он рассчитан на возраст где-то от 3 до 6 месяцев. Здесь он украшен небольшой рюшечкой, но ее не очень заметно. Связан он путанкой, путанка. Это тоже такой детский рисунок. Он смотрится очень красиво. Здесь резиночка моя любимая. Я люблю вязать резиночку 2 на 1, поэтому она смотрится объемная, красивая. Цвет такой телесный. Мне кажется, шапочка неплохая. Ничего в ней сложного нет, связать может любой. А шапочка стильная, винтажная. Так, вот еще одна шапочка, но она украшена вот такими бомбончиками. Связана она тоже очень просто, очень простой, хорошей вязкой. Эта вязка вообще мне нравится тем, что она используется как резиночка на изделиях, да, и э, смотрится очень богато, потому что это как своего рода и чешуйки, и вроде как соты. Ну, и когда ребенок одевает шапочку, она растягивается по, голов... по головке ребенка, смотрится очень стильно и богато в том плане, что вот эти рисунки, они создают объем. И даже если вы свяжете такой рисунок из тоненьких нит, он будет смотреться очень красиво, потому что он создает объем. Такое ощущение, что здесь очень много ниток, и нитки пушистые. Не, не пушистые, а толстенькие, объемные. Вот такая шапочка. Здесь вот такой мысик интересный. Вот так вот она смотрится интересно. Эти бамбунчики можно сделать по-любому. Хоть сбоку, хоть так. Вот такая шапочка. Заходите на мой канал, ставьте лайки. Оповещение в колокольчик, если вам понравилось. Пока я веду обзорное видео своих изделий. Потом я буду пока по каждому изделию показывать рисунок. Но рисунки несложные. И как вязать эти шапочки, я тоже все покажу. Пока обзор. Если вас интересует конкретно что-то, но я думаю, в интернете все это есть, но все показывают по-разному, я постараюсь вам все это показать, объяснить, разъяснить. Пока обзор. Вот такие вещи я связала. Они несложные. Начинаем вязать с несложных вещей. Все, спасибо за внимание. Буду ждать вас на своем канале.